Здравствуйте, в эфире Деловое ТВ, программа «Деловые люди». И сегодня у нас в гостях, любезно согласился к нам прийти, исполнительный директор Access City Юг Андрей Кузьмин. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, спасибо большое, что вы к нам пришли, потому что вопросов, видите, у меня много, у вас тоже печатной продукции много, поэтому давайте сразу к делу. Сейчас все говорят об этой инициативе Министерства промышленности и торговли по поводу сбора на утилизацию. Как вы считаете вообще, как это повлияет на рынок Петербурга, России в частности? Вообще, чего ждать вот простым людям, которые хотели бы, может быть, в ближайшее время приобрести новый, хороший автомобиль? Скажем так, это та мера, которая искусственно сделана, чтобы в какой-то мере рынок не упал, потому что с обнулением пошлин, в связи с входом в ВТО, по крайней мере, на грузовые автомобили, они подешевели бы резко процентов на 20. В связи с утилизационным сбором, там, грузовики и все, что относится к коммерческому транспорту, они сохраняют свои цены, а некоторые даже подорожают. Поэтому нужно, скажем так, заинтересованным лицам, кто хочет купить прежде всего там новый автомобиль из коммерческого сегмента, уже сейчас задумываться о том, что осенью машины будут дороже. Это факт. Те люди, которые завозят автомобиль там, на частное лицо, естественно, они выигрывают, потому что все эти сборы касаются только юридических лиц, в первую очередь. И вот этот закон, в большей степени, некая искусственная мера по защите там, нашего автопрома, там, заводов, которые собирают на территории Российской Федерации, там, иномарки те же самые. То есть паниковать не стоит? В большей степени паниковать не стоит, конечно, потому что даже если что-то подорожает, там, подешевеет, это не будет там, в массовых сегментах превышать там, 3-5%. А вообще какой сейчас оборот? Давайте про легковые поговорим, потому что все-таки поближе к людям. Народу, ближе к людям, да. Ближе к деловым людям и просто к людям. Каков вообще оборот новых машин в Петербурге? Это сколько примерно? Чтобы это какой-то конкретик немножко добавить. Если взять цифры абсолютные, то в Питере там, за полгода было продано почти что 100 тысяч иномарок. Иномарок и автомобили отечественного производства, то есть там точные цифры, это порядка там, 98 тысяч. И рынок показал рост по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что все закладывались там, на какие-то там ожидания кризиса. Покупательская способность есть, товар есть, и машины продаются. И примечательность именно Санкт-Петербурга, там северо-запада, то, что здесь рынок растет абсолютно другими темпами, и не так, как вся Россия остальная. То есть у нас получается с точки зрения там, экономики, потребления и качества очень хороший регион. Выпендрились, как всегда. А если говорить про проще люкс можно, да? Какой-то? Могу проще. Все хорошо в Питере и в Северо-Западе, поэтому кризис к нам придет последний. Отлично. А если про люкс какие-то более такие дорогие? Люкс-сегмент, он вообще самый стабильный. Он и в, скажем так, в 2008-2009 году это доказал, когда упало в продажах, упали все, люкс-сегмент упал в меньшей степени. И премиум, он всегда отличается стабильностью, потому что человек там откажется от более дешевых норм потребления, нежели от более таких привычно люксовых. И если ты ездил все время там на BMW, вряд ли ты пересядешь там на другой автомобиль. Понижение в классе – это уже так, шаг назад. Боль, да. Поэтому до последнего там сэкономить проще на чем-то другом, но остаться в этом сегменте. Поэтому премиум, он всегда растет стабильно. И это плюс, опять же, для людей, которые формируют этот сегмент, они видят некую стабильность и понимают, что в него стоит как бы вкладываться, продолжать покупать эти автомобили. А если про стабильность, но с другой стороны, сколько ждать вожделенные вот эти четыре колеса, кожаные сиденья? Про очереди? Все зависит от модели, потому что очередь формируется спросом, по большому счету. И яркий пример, там, вот касаемо Volkswagen, это модель полуседан в наиболее востребованных комплектациях, там Treadline, Comfortline, либо там Tiguan на автомате. Здесь мы являемся в большей степени заложниками завода, который имеет свои квоты на производство данных автомобилей. И почему-то там, например, в России не производится только Тигуана на автомате, к примеру. Да? Там есть большая доля Тигуанов на механике, которые не настолько востребованы. Поэтому очереди варьируются только в зависимости от производства. И на текущий момент, если брать по рынку, бывают очереди до года.
Там, в частности, еще недавно там Porsche Cayenne нужно было ждать очень долго, несмотря на то, что это люкс. А народные автомобили, они всегда востребованы. Получается, когда все хорошо, очередь есть всегда. Поэтому там 2-3 месяца ожидания популярного автомобиля – это нормально. Поэтому рекомендация тем, кто хочет именно купить буквально вот сейчас, ну, не надо откладывать, но потом спокойно вы приходите в автосалон, подбирайте автомобиль, подбирайте там кредитную программу, если вы хотите покупать в кредит. И за то время, когда вы оформляете сделку, там, оформляете документы на кредит, машина будет двигаться на склад и рано или поздно придет. Здесь вот рано. Недавно была новость о том, что в Германии средняя мощность машин достигла нереальной отметки в 300 там, с чем-то лошадиных сил. Как сейчас вот в Петербурге у нас расстановка сил? То есть все еще любят большие, мощные и прожорливые машины? Нам это не грозит, потому что, если вы слышали, ходят слухи о дополнительных налогах, которые будут вводиться на мощные автомобили. Поэтому понятно, что там тот же премиум-сегмент, ну, придется заплатить больше. Либо будет просто сделан выбор в пользу других двигателей. Но, скажем так, человек, который осознанно покупает автомобиль мощный, он осознанно понимает, сколько за него нужно платить. Это удовольствие. То есть, по большому счету, это выбор реальный. Но если брать общий рынок России, там рынок Санкт-Петербурга по автомобилям, я не думаю, что вот это вот стремление у нас есть к лошадям или там, к объему двигателя. Русский человек, он все-таки более расчетливый, более экономичный и прагматичный. Он выбирает автомобиль ровно тот, который необходим ему и соответствует его потребностям. Но сейчас все-таки тот же гольф-класс, либо какие-то представительские седаны. Да, это что хочет народ? Вы имеете в виду там в литраже, в лошадиных силах? Нет, я имею в виду даже по спросу чисто, что люди больше хотят. Тенденция идет к автомату. Если раньше была Россия страна, как бы только механики почему-то автоматов боялись, сейчас идет большой спрос на автоматы. Опять же, был стереотип, особенно у Европы, что Россия – это страна седанов. Там, и любой производитель считал, что если седан привозят сюда, там, это пользуется успехом. Да, это так, но в последнее время и здесь видна тенденция в сторону хэтчбеков. Там, видя наши пробки, видя там, все меньше свободных мест, люди понимают, что зачем мне багажник, там, когда достаточно хэтчбека. Плюс все-таки автомобилизация там, крупных городов, в частности Питера, она уже довольно-таки высока, и у людей не только один автомобиль в семье, там уже есть и второй в семье, и зачастую там современная семья, там муж, жена, там у мужа один автомобиль, у супруги там для повседневной жизни второй, и, скажем так, здесь уже не с точки зрения практичности, там вот багажник нужен, потому что там нужен, а с точки зрения уже, что хочется, наиболее функциональности смотрится. Пятерка вообще лидеров по маркам. Сейчас это все-таки больше европейцы, корейцы, японцы, немцы. Сейчас вам все расскажу. У меня тут есть наконец-то статистика. Ваши печатные материалы пригодились. Да, на самом деле, если брать российский рынок в целом и отдельный регион рассматривать там, более детально, везде картина разная. Так как мы в Питере и хочется рассмотреть Санкт-Петербург, то здесь вообще у нас уникальная ситуация от России складывается. Я говорю, мы не похожи на всех остальных, у нас более мы в Европе. В Европе самый популярный автомобиль – это Volkswagen. И, как ни странно, в Питере Volkswagen занял первое место по продажам, обогнав абсолютно всех и даже АвтоВАЗ, как ни странно. Более того, там, мы как дилеры Volkswagen тоже этого не ожидали. Вот. Если посмотреть на там, ближайших преследователей, то это все бренды, которые имеют в своем портфеле там, народный автомобиль, так называемый. Это и Hyundai, и Kia. И тот же «Шевролет», по большому счету, это ответ на вопрос, что будет с «АвтоВАЗом». По большому счету, ну, ничего хорошего его не ждет. И так как ведущие производители поняли, какой автомобиль нужен в России, и все большие объемы за счет него достигаются. Вот. Но если так детально, конечно, в России это «Лада Калина» на первом месте, там, с точки зрения именно модели. На втором это «Лада Приора», на третьем «Hyundai Solaris», потом снова «Лада Гранта», «Форд Фокус», Нью Киа Рио, Рено Логан. Видите, а Volkswagen в Питере на первом месте. А как же Рио-то недавно же появилось только? Ну, потому что, скажем так, если брать пример Киа, они в целом удачно вообще стартовали на российском рынке вот с момента своего некого ребрендинга, перехода на новый качественный уровень. Это, ну, такой хороший конкурент Volkswagen тому же, потому что о нем могу долго говорить. Вот. И люди хотят некой альтернативы, потому что когда одна модель в классе, это тяжело. А когда их пять, и они абсолютно разные, у них абсолютно разная философия автомобилестроения, потому что японец от немца отличается в корне.
Японцы, у них вообще по-другому в мозге работает, как сделать автомобиль. У немцев абсолютно по-другому. Ну, вот, с точки зрения, там есть еще корейцы, как бы, да, но их можно туда, вот, в Азию отнести. Там европейский автомобиль от азиатского очень сильно отличается. Но все автомобили, которые созданы ими под российский рынок, они как раз затрагивают некую такую золотую середину. Почему они так популярны? Там все полуседан, там их Солярис, Kia Rio. Потому что они сделаны под Россию, в первую очередь, и под нашего потребителя. И в частности, там инженеры того же Volkswagen, они проводили тут испытания целый год, замеряя там высоту поребриков, там ям, и конструируя автомобиль. Ну, детально фактически. Вот, знаешь, нужен большой багажник. И по большому счету это базовый уровень, потому что каждый из клиентов, приобретая вот автомобиль такого начального уровня в сегменте, который стоит там до 500 тысяч рублей, он фактически начинает делать первый шаг. Следующий там через 2 года будет уже классом повыше. Если посмотреть, это очень правильно. Вот шаг был с точки зрения импортеров пойти вот на создание такого автомобиля. Это привлечение абсолютно более широкой аудитории. Это, как говорится, там, открываем двери там, в тот же мир Volkswagen, там, в мир другого бренда через базовую модель. И чтобы пройти там все ступени, понять, там, как вообще складывается там философия этого бренда, почему именно вот такой набор моделей, как они отличаются, название, нужно несколько лет. И люди действительно, некоторые остаются, даже не хотят попробовать другую марку. Я считаю, что это неправильно. Там человек должен пробовать автомобили разные. Потому что жизнь всего одна, а хочется попробовать все. Кстати, я говорю, там многие реализуют себя через автомобили. Вот так что вот так вот. И в Питере, если посмотреть там, на популярность вот этой ниши, мне кажется, все будет хорошо. И постепенно все будет больше и больше таких вот автомобилей, которые произведены в первую очередь на территории России. Когда мы все погрязнем в пробках, чего нам ждать, как автолюбителям, какой-то, может быть, новая супердоступная машина нам светит в ближайшее время? Прогнозы дело неблагодарное, скажем так. Все новинки, которые появятся в России, будут презентованы на Московском международном автосалоне, который уже вот в конце августа откроется. И что радует, очень много импортеров и производителей смотрят на российский рынок с оптимизмом. Потому что он был самый недооцененный, он был самый, с точки зрения высокого потенциала, емкий. И все понимают, что его нужно развивать. Развивать не просто машинами, которые где-то продавались, а делать под этот рынок свои автомобили. Некоторые новинки презентовать именно в России сначала, а потом увозить в другой мир. Вот это радует. И в этом году будет очень много новых моделей абсолютно от всех производителей. Вот, в частности, Volkswagen презентует несколько новых автомобилей, BMW. И я думаю, многие порадуются, там, прочитав новости там, начала сентября о том, что будет продаваться на территории России. С точки зрения, когда мы в пробках погрязнем, ну, наше правительство дало ответ утилизационным сборам, что, в принципе, автохлам куда-то уедет. Надеюсь, никогда. Поэтому, если мы погрязнем в пробках, придется продавать велосипеды. Спасибо за ваш оптимизм и благодарю вас за то, что вы к нам пришли.